Здравствуйте, с вами Корней. Сегодня я буду готовить гомеопатический препарат, эликсир бессмертия. Бессмертие как таковое вряд ли достижимо. Скорее всего, этот препарат приведет к значительному продлению жизни. У меня здесь мертвая лягушка. Она около 10 лет жила в аквариуме моего товарища и спокойно умерла от старости. Это очень важно. То есть мы должны использовать организм, умерший именно от старости. Нельзя использовать организм, который был убит или умер от болезни. Итак, сейчас мы пропустим эту лягушку через мясорубку. Основатель гомеопатии Ганиман использовал в лечении принцип лечения подобного подобным. То есть это чем-то напоминает современные прививки. Но прививки используются только против вирусных заболеваний, в то время как Ганиман лечил любые заболевания. Многие современные исследования говорят о том, что гомеопатия неэффективна, что она работает только за счет самовнушения, как плацебо. Я специально изучал этот вопрос. Дело в том, что плацебо срабатывает только в 50% случаев. А вот все мои знакомые, без исключения, говорят о том, что... которые использовали гомеопатические препараты, говорят о том, что она работает всегда. То есть все 100% подтверждают ее эффективность, а не 50%. Следовательно, гомеопатия все-таки настоящая отрасль медицины. И те исследователи, которые это отрицают, ну, они, скорее всего, вот в этом по тем или иным причинам заинтересованы, как часто бывает. Дело в том, что гомеопатия конкурирует с традиционной медициной. Поэтому подобные исследования, скорее всего, были просто проплачены. Так, теперь получившийся фарш из лягушки мы зальем водкой. В принципе, нужно постараться, чтобы объем водки приблизительно был в два раза больше, чем вот эта наша масса. Теперь мы должны подождать, пока все это настоится, в течение примерно 3 дней. Итак, ткани лягушки настаивались у нас в водке 4 дня. Ну, так получилось, что не 3, а 4, это нормально. Хочу отметить, что брать следует именно водку, а не воду или спирт. Потому что некоторые вещества лучше растворяются в воде, некоторые в спирте. Поэтому водка получается таким идеальным вариантом. Так, теперь нам надо эту настойку профильтровать. Мы получим относительно чистое вещество. Ганиман использовал в лечении принцип лечения подобного подобным. То есть, если пациенту нужно было понизить температуру, то он использовал вещество, которое в больших дозировках температуру повышает. А в маленьких дозировках получался обратный эффект. Этому есть множество теоретических объяснений. Я не буду в них вдаваться. Скажу только, что лечение подобного подобным – это древний медицинский принцип, который использовался на протяжении веков и прекрасно работал. Теперь подождем, пока все это профильтруется. Итак, мы отфильтровали полученный раствор. И теперь я вам расскажу, почему нужно брать лягушку, умершую именно от старости. Дело в том, что в таком организме содержатся некие специфические вещества – которые старением и смертью порождаются, а может быть даже и наоборот, вызывают их. Потому что есть такая теория, что старение и смерть генетически запрограммированы, и организм убивает себя сам. Но как бы там ни было, в этом растворе содержатся вещества, связанные со старением и со смертью, и на его основе мы можем приготовить гомеопатический препарат. И по принципу «подобное лечится подобным» мы сможем старение и смерть предотвращать, замедлять, отдалять. Итак,
Для этого нам понадобится всего лишь одна капля полученного нами раствора. В итоге мы столько раз будем снова и снова растворять наше вещество, что теоретически там не должно даже остаться одной молекулы. Тем не менее, такой динамизированный раствор гомеопатический будет действовать. Сейчас мы должны его именно динамизировать. Для этого в классической гомеопатии используется толстая книга в кожаном переплете, но мы возьмем обычную книгу и накроем ее полотенцем. Теперь мы должны эту одну каплю растворить в соотношении 1:100. Снова используем водку. Ганиман делал практически то же самое. Правда, в его стране и в его время водки не было, но он использовал раствор спирта в воде приблизительно такой же крепости. Так. У нас в пузырьке одна капля вещества. Мы должны сюда добавить 100 капель. Это приблизительно 4 кубических сантиметра. Набираем. И добавляем. Теперь мы должны ударить этим пузырьком 10 или более раз вот о приготовленную поверхность. Мы получаем таким образом динамизированный раствор. В этом суть приготовления гомеопатических препаратов. Именно вот благодаря этим манипуляциям полученное вещество, которое будет содержаться в чрезвычайно низких концентрациях, а некоторые ученые считают, что даже ни одной молекулы не будет, это вещество, тем не менее, будет у нас работать. Мы выливаем все это. И теоретически считается, что на стенках пузырька остается одна капля раствора. Ну, так это или нет, никто не знает. Измерить достаточно сложно. Тем не менее, просто следуя такой методике, мы получим нужное гомеопатическое средство. То есть гомеопаты делают именно так. Итак, к одной капле оставшегося вещества мы снова добавляем 100 капель. То есть 4 кубических сантиметра. И снова делаем 10 или более ударов. Таким образом, мы должны повторить процедуру 30 раз. Процесс будет достаточно длительный. Я не буду вам его показывать полностью. И часть приготовления нашего препарата останется за кадром. Но самое главное, что вы поняли саму суть. Итак, я повторил процедуру 30 раз, и необходимое вещество получено. Сами гомеопаты подобного препарата не изготавливают, но они делают лекарства на основе больных органов, которые соответствующие болезни лечат. И у меня возникла идея, почему нужно брать отдельные органы? Ведь можно взять организм целиком, причем подвергнутый такому недугу, как старость. Я обратился с подобным вопросом к известному в нашем городе гомеопату. И он сказал: Корней, да, действительно, все это должно сработать, но почему-то никто подобного не изготавливает. Я ждал, пока он что-то подобное сделает, но так и не дождался, и вот решил взять инициативу в свои руки. Теперь я расскажу вам, как это следует принимать. Нужно взять приблизительно 100 граммов воды и 5 капель нашего препарата. Но предварительно мы должны пузырек с ним ударить в ладонь 1-2 раза. Этим мы как бы пробуждаем заключенную в нем силу. С учетом того, как мы готовили препарат, и с учетом того, против чего он предназначен, то есть против старения, исходя из теории гомеопатии, мы должны принимать его с частотой 1 раз в месяц. Этого будет вполне достаточно. Итак,
5 капель препарата на 100 граммов воды. Готово. Теперь мы должны это выпить. И, как я уже сказал, повторить это вновь через месяц. Когда ваше вещество будет заканчиваться, вы просто снова выливаете остатки, добавляете 4 кубика водки и снова бьете 10 раз по книге. У вас получится не 30-е разведение, а 31-е, что абсолютно допустимо, потому что сами гомеопаты используют разведение даже тысячные. Если вы обратитесь к какой-то литературе или поищите в интернете, вы можете найти описание приготовления препаратов и правила приема, несколько отличающиеся от тех, которые я вам показал. Связано это с тем, что Ганиман постоянно работал над своими методами, совершенствовал у них что-то, менял у них что-то. При этом они у него все равно всегда работали. Поэтому какие-то небольшие отклонения не играют практически никакой роли. А по сути методика все равно останется той же самой. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и живите вечно. С вами был Корней. Пока.